144 рязанских школьника провалили ЕГЭ и в этом году не получат аттестат. Шестеро не справились с тестами по русскому, 138 с заданиями по математике. Данные сообщили в региональном министерстве образования. Результаты по ЕГЭ по всей России в этом году оставляют желать лучшего. Только по математике 100 бальников стало в 8 раз меньше, чем в прошлом году. В Рязанской области ЕГЭ сдавали более 5000 человек. Средний балл по русскому 67,3, по математике 47. Нарушения были. 5 человек удалены с экзамена за шпаргалки. Они, как и провалившие тестирование, смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году. Всего у нас 100 бальников по разным предметам получили ребята 27 человек. Это в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Но как бы мы не сравниваем, не определяем, хорошо или плохо, потому что определенное количество ребят получили 98-99 баллов. Ну, мы считаем, что это практически 100 бальники, то есть ребята сильные.